вашу историю. Как вы попали сюда, в Румынию? Меня зовут Ольга. Я из Мариуполя. Когда началась война, когда на нас напала Россия, мы сразу не могли уехать, когда начались обстрелы, потому что моя свекровь, она тяжело больная, парализованная, не может ходить. Мы долго ждали, что все закончится. Но потом пришлось забрать маму, ее разбили квартиру. Мы забрали мамочку к нам еще в дом. Мы там были с мужем, с мамой и со свекровью моей. Потом обстрелы начались все сильнее, и в один день утром мина прилетела в комнату мамы, она только-только успела встать с кровати и подойти в другую комнату. Стена упала прямо на ее кровати, телевизор, все. Если бы мама в тот момент была в кровати, она бы погибла. Когда она подошла к нам, сразу другая мина прилетела в потолок, в соседнюю комнату. И еще был взрыв гардеробной рядом. Мы стояли и только уповали на Бога и Господь. А потом мы вскочили, схватили что можно и побежали к соседям. Когда мы оглянулись на дом, это было что-то страшное. Его фактически не было. Мы там прятались несколько дней, обстрелы увеличивались еще сильнее. Нас вычисляли прямо вот по дыму, потому что мы готовили кушать. У меня дома осталась свекровь, лежала там в потайной комнатке такой. Надо было ее кормить, и мы носили ей кушать, делали уколы. Она очень нуждалась в инсулине и таблетки от Паркинсона. И приходилось готовить. И когда они видели дым вечером, они стреляли конкретно в этот квадрат. По-прежнему дым? Да, прямо в дом. Весь огород, весь дом. Попадания были не только в дом, но и в огород. И все земля, пристройки. Да, возле гаража упала мина, и она не разорвалась. Бог хранил. И Ленин дом, там, где мы прятались, у них был хороший подвал, который с плитой перекрытия. Но мамочка не могла спускаться, там очень крутые ступеньки были. И мама пряталась возле кухни между двух стен. И потом она, когда очень сильно стали стрелять, прямо возле дома, мы спустились в подвал, а мама зашла в туалет. И слава Богу, что она не закрыла дверь. Мина прилетела прямо в крышу. Там, где сидела мама, в туалет. На крышке сидела. Да. И на маме было очень много одежды, несколько курток. Это ее спасло. На голове было две шапки, крыша обвалилась, и осколок от мины прорвал эти куртки и сделал ей рваную рану, ранение тяжелое. А мы сидели внизу, мы не могли вырваться оттуда. Они так сильно стреляли в подвале. Мы только кричим: «Мама, что с тобой?» Мы чувствовали, как удар в дом пришелся именно в эту часть, где была мама. И мама кричит, что я раненая. И мы не могли выйти. Она сказала, мы ей сказали: «Ползи». И она вот в темноте, все такие дым, пыль стоит. И мама ползла. Мы ее втащили в подвал. Начали останавливать кровь. Первые там у нас медикаменты были, как-то помогать ей. И все, и когда делали зачистку, это в этот же вечер был, или российские военные какие-то, мы сказали: у нас ранены, не стреляйте. Они сказали: эвакуируйтесь. И они сказали вам, чтобы эвакуировать. Эвакуируйтесь, говорят. Только ночью не ходите, вас убьют. А сейчас не выходите. Сейчас не выходите, потому что работает снайпер. Они боялись снайпера из порта, и вообще с Азова сидели там где-то снайперы, они их сильно боялись. Ночью я прокралась в дом. Сутки наша бабушка была без воды, без лекарств, потому что не давали выйти. И мы не знали, что с нашей машиной, потому что
дом, летняя кухня, гараж. И мама всю ночь пролежала в бомбоубежище в этом подвале. И утром мы стали выходить, пришли, и чудо такое. Машина была целая, только на лобовом стекле маленькая вот такая вот, ну, трещина. И мы сели и поехали, и расчищали дорогу, и выпустили нас эти, мы кричали раненая, у мамы брюки все были в крови, бабушка почти без сознания. Руки в крови. Брюки, и руки. И она вот прижимала, сильно кровь шла еще. Это ваша мама. Моя мама, да, вот тут рана. И до сих пор ее перевязывают, и вот здесь спасибо огромное Лучиану и Валентину, очень нас хорошо приняли и помогают, и бабушка была в госпитале, оказали помощь. И спасибо Господу и людям, которые служат. Как вы попали в Румынию? Как вышли из Мариуполя? Сколько суток вы... Вообще выезд из Мариуполя был закрыт еще с 5 апреля. Но то, что раненая, и видели раненую, и видели и парализованную бабушку, но они как-то пропустили. Мы приехали в оккупированный Мангуш, нас пропустили из-за того, что мы сказали, едем в больницу. Ну, так оно и есть. Мы ехали в больницу оказывать маме помощи, свекрови. И нас вот просто поставили в колонну из 4 машин, и мы смогли вырваться. Приехали в Запорожье. Там пробыли сутки, нам помогали очень волонтеры, все, маме оказали медицинскую помощь. И так вот по 2 дня мы потихоньку, чтобы не напрягать маму и свекровь, пробивались. А потом пастор, когда мы приехали в Виннице, уже бабушке было плохо, мы вызвали скорую, ну, привезли, они сказали, нашего тут ничего нет. Ну, немножко там что-то помогли. А потом мы поехали на следующий день в Черновцы. А пастор в Черновцах увидел, что бабушка совсем плохая. Он сразу сказал, что надо ехать в Румынию, здесь ей помогут. И мы приехали к вам. Слава Богу, что приехали. Что происходило в вашей душе, когда вы видели эти разрывы, или когда ваша хата развалилась? Ну, прямо мы были в тот момент в хате. Это было страшно. С улицы, ну какой страх? С улицы 50 домов, ни одного целого дома не осталось. И весь поселок, который был хороший поселок над морем, красивый, нету ни одного живого дома вообще. Их просто уничтожили, стерли с лица земли. И с нашего дома, еще мы на пригорке, со 2-го этажа видно, как бомбили Азовсталь. И весь город был разбомблен до такой степени, что вообще ничего не было. Ведь вас видно Азовсталь? Да, по морю. Через по море видно, как туда прилетали бомбы, вот эти огромные взрывы. Это было... Ну, мы сильно уповали на Господа. Что таке означает быть христианином в час войны? Это полное доверие Богу. Полное. Просто вот, просто поверить и не бояться. Потому что Бог верный. Мы бываем неверны, а Он верный. И Он сохранил всех. Всех моих друзей, друзья мужа, все были на защите, кто в теробороне, кто в другом, кто и в Азове были ребята, и у дочки был однокурсник, тоже в теробороне, парнишка. Мы за них молились, они все вышли, все, никто не погиб, хотя очень много и мирного населения, и военных. Кого-то ранило, кто-то просто смог уйти, потом присоединился уже в Запорожье к войскам, но все стали живы. Бог хранит. Бог хранит всех. Открой сердце Богу, и Бог тебя сохранит. И это мы убедились.